С тех пор, как на московский завод «Станколиния» впервые пришел Алексей Антонович Худяков, прошло 38 лет. До сих пор верен глаз токаря-лекальщика высшего разряда, бывшего артиллериста, участника Великой Отечественной войны. Недавно демобилизовался и стал работать на заводе Лев Худяков, сын Алексея Антоновича. Он изготовляет детали, точность доводки которых измеряется микронами. Петр, младший представитель рабочей династии Худяковых, слесарь-ремонтник, он готовится освоить точную технику. Уже 18-й год на заводе старший сын Алексея Антоновича, Виктор. Первым учителем у него был отец. Теперь Виктор заместитель начальника цеха. Все Худяковы — ударники коммунистического труда.